Сегодня в муниципальном центре культуры стартовал первый отборочный тур молодежного конкурса талантов «Звездопад». В номинации «Вокал» солисты и ансамблевые исполнители в возрасте от 7 до 13 лет представили свои номера. Участники из Магадана и области. У меня получается дебют, я буду петь первый раз, обычно я пела с хором, было, конечно, намного легче, потому что если ты ошибешься, как бы хор тебя подхватит, вот, и там намного легче выкрутиться будет, а тут как бы я буду петь первый раз, вот, на этом конкурсе. И, конечно, будет сложнее, и волнение, конечно, тоже присутствует. Напряженная борьба и волнение овладевают даже самыми опытными вокалистами. По словам организаторов конкурса, детям вдвойне сложно. Тем не менее, юные солисты с достоинством открыли «Звездопад». 15-й городской конкурс исполнителей эстрадной песни и танца продлится до 10 апреля. В этот день состоится гала-концерт, на котором и станут известны имена победителей. А пока длится первый тур. В здании МЦК 27 марта в 15 часов в номинации «Вокал» покажут себя старшие вокалисты. 26 марта в 19 часов представят свои номера участники в номинации «Хореография». Oh.